Хей, йоу, гей, с вами Шимки. Я надеюсь, запись не сломалась. Я хочу... Тихо. Давайте немного я уйду, немножко уйду. И посмотрю, идет ли запись. И с вами поздороваюсь. Да, запись идет. Поэтому, хей, йоу, гей, с вами Шимки. И мы продолжаем родить игру под названием... Far Cry 3 Blood Dragon. Терминаторы тут всякие. С хрустящей корочкой. Так, тихо. В принципе, мне достаточно взорвать им шлемики. Да и все. Все. Теперь они союзники. Так, так. Значит, можно отсюда валить. Почему они союзники? Потому что я снес им шлемы. Ой-ой-ой, они же меня слышали? Да ладно. Давай ешь, так уже. Все. Отвяньте. У меня 90. У меня до хера сердец. В принципе, я могу все сделать по фасту. Не терять ни секунды. Я теперь спец по яйцам. Пора выбираться из клубы. Не разбив яиц, не сделаешь яичницы. Задача. Дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Активируя самоуничтожение. Ох, черт. Осталось 30 минут. Ох, черт! Приятного дня. Спасибо за приятный день. О, тут магазин есть. Здорово. Оружие. Флеймер, новое орудие. Кубрик. Расширенный магазин. Еще раз расширенный. Ну это ж отлично. Мощный прицел. Значит, оно все сразу наружу ставится, нихера себе. Тут прокачки. Мешок магазинов. Ой, точно, забыл купить боеприпасы. Так, купить, купить. Ух, сколько теперь патронов. Сколько можно тащиться? На кой черт такой лифт? Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Ничего не напоминает? Нормально, все. О, у меня охерительная пушка почти убивает. И мне... Это ничего не напоминает. Borderlands мне напоминает DLC. Главное маску было снять. Да я могу ее со снайперки сейчас уже грохнуть. Пипец у меня патронов. Охереть. Теперь не 7 патронов в магазине. Да хера. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я крут, я крут. Тихе, пока.
Да, пари. Пачка? Используйте турель. Да ладно. Чувствую, будет весело. На самом деле, я могу просто спрятаться за турелью. А перегрева что-то нету, да? Бочки. Вижу врага. Убит. Вижу снайперов. Бочка. Минус. Бочка. Бочка. Убил. Убил. Бочка. Бочка. Бочка, бочка. До хера врагов. О-о-о! Я, короче, уже, как вы видите, придрочился к стрельбе. Потому что я уже кибер-котлета прокачанная. Врум-врум! Задача выполнена. Предстартовый отсчет. Давай. Минуйте пропасть. Сейчас все будет. Так я ж киберкотлеты, я ж не умру. Изи. Это что за щупальца? Сайонара, суши! Слушай, нихера там осьминог! Откуда он там взялся? Ничего себе. Задача выполнена. Рекс, я все видела своими глазами. Невероятно. Так, ладно, мне... О, как раз, тихо. Плачущие клоуны и собаки, играющие в покер. Это невероятно. А я делал свою работу. Это что за хрень? Это драконы были, чел. Ты не заметил, мы их с собой уже до хера поубивали. Ну ладно, одного, двоих. Текс, окей, база данных. Сведения, оружие, флеймер. Первые огнеметы, предшественники флеймер, были в ходу еще в Древней Греции. Греческий огонь и все такое. Нет? Олимпиада тут ни при чем? Во всяком случае, если по... Поливание соперников горючей смесью и ходило в программу древних олимпийских игр, нам об этом ничего не известно. И в общем, на самом деле настоящий греческий огонь применяли не греки, а византийцы. Ну, а мы, кажется, отвлеклись. Так, все, да? Да, оружие, все. Телевизоры. Ой, боже, не хотел я сюжетку начинать, блин. Если бы знал, я подошел туда бы на хер знает сколько метров. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Запросто. Да на изи. Можно, блин, просто войти туда, всех расстрелять нахер. Ты знаешь, что такое песок с водой? Это песок с водой. Меня посекли? Бля. Меня посекли. А я сигналку выключил. Мысли, сигналка работает.
Ну если сигналка работает. Я сигналку вырубал. Откуда палят? Эх. Я киберкотлет, а вы, вам меня не убить. Сколько бы вас не было. В смысле, я тебя не убил? А, они будут тратить. Да. По-тихому не получилось. Значит, будем все делать фастно. За это больше опыта дают. Ну, за тихое, конечно, побольше дадут на самом деле. Все, карта, все последнее. Так, спасение заложника, спасение ученого, отключившегося мозгоблок. Одного из драконов. Выживший солдат. Солдаты жаждут мести. Главное пострелять. Да? Главное пострелять. Боезапасы, расход, купить. Расходный материал, оружие. Флейме. Можешь лук поставить. Огнемета. Не-не-не. Остальное херня. Полетели. Главное, чтоб это. А, хотя не, я не наступлю так. На миссию. А, отхилюсь. Тихое убийство, это убийство с пистолета, но он не ваншотит. Поэтому как-то... Их там двое, ё-моё. Понятное дело, что мне лучше обойти, блин, заложник. Обойти и грохнуть в спину. Сейчас убью этого. Того с сюрикеном. А тот заметит, чёрт. Черт. Заложник в опасности. Спасите тебя, вот она. Ты спас меня, ура! Да. Да, я тебя спас. Можешь бежать. Так, телепортация. Тону. Да? Или нет? Там уже две миссии было, а разве нет? Нет, нет. Я же лучше. Недолго ты жил. О.
Здрасте. Знакомые люди. Где водятся крокодилы? Я хочу этого сраного... Сраную херь убить. Вертик? Вертик хочу. Даю новую задачу. Уничтожьте всех врагов. Счета сделано. Вертик хочу. Вертолет это круто. Черт, ладно. Во-во-во. Они... патрулирует это место. Допустим. Во-первых, мне нужно найти, где сигналку здесь вырубить. Сейчас это моя первая первоначальная миссия. Дал Сатина. Пулемет. Так, ладно. Твои. Я лучше, мне кажется, чтобы тихо вынести. А где коробки? Типыч коробки. А, не суть. И в основном сверху. Значит, сигналка где-то здесь. Врубается недалеко. Блин, я бы такой, чтобы... вертик украсть. Так, отлично. Подняться здесь по-тихому не получится. Где сигналка вырубается? Они слышат. Да кто-то поднимается, не слышат. Поэтому нужно как-то по-тихому подниматься. Чтобы не было слышно. Так, здесь можно генератор вырубить. Все, да? И все. Нужно хорошо все посмотреть. Я могу открыть огонь, но... игрушки, да? Хотя я могу убить того здоровяка. Тихо. Подозрение у него есть. Они начали расходиться. В основном его первым нужно грохнуть. Убью его и будет все изи. Выключу сигнал, поднимусь, выключу сигнализацию. Они успели уехать. Тут.
Что за дерьмо? Какого хера подозрения? Класс. Класс, 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 класс. Ладно, тогда можно не бояться. Эй, это не из-за кабана, да, начали агрессировать? Ой, боже. А мне плевать. Я просто возьму вот так. Вы короче. Давай, где там еще кто? Все? Крити. Изи. Изи. Изи, изи. Один. Покупаем боеприпасы. Берем миссию на охоту. Путь хищника. Так, офицер Омеги постоянно получает травмы. Убейте его по заказу страхового агентства Блеск Волос. Чего? Страховая для жулика. Побежали. Я хочу посмотреть, машина может будет быстрее немного. Поехали мы туда. Вперед. Мне хил нужен один. Да-да-да-да. А, я оружие буду брать точно. Пистолет, убить с пистолета. Доберитесь до западного, найдите. Убейте его из Таизи. Найти, убить без проблем. Только кто из них он? Найдите ветерана Омеги. Жаль. Надеюсь, это точно не он. А
Этих я то сейчас разнесу. Вон он, оказывается. Тю, он золотого цвета. Давай, перезаряжайся быстрее. О, новое доставание. Давай быстрее, ну грохнуть его. Наконец, все. Бац, минус все. Сказал минус все. Он вообще без башки. Так, ладно, хилимся. Хилимся, хилимся. И ставим последнюю метку. Последнюю точку для захвата. Давайте, короче, блин. Комары надоели. Короче, добежим до точки. В принципе, можно там закончить. Точку выполним, миссию выполним. Пойдем на сюжетно. В последних сериях... Ну, потом последние серии будут. Я буду просто именно лутать уже. Искать все коробки, все такое. Все, да. Ну, короче, как Far Cry 3, в принципе. Только коробки с деньгами я не буду искать. Я не вижу в них смысла. Животных нужно будет новых где-то все-таки добыть, этих убить. Плывем, плывем мы с тобой. Не, пистолет на самом деле, ну я не скажу, что он плохой, но блин, дамага 0. Скажу так только. Дамага 0. У нас, в принципе, есть 2 минуты 30 секунд, чтобы зачистить. Чтобы зачистить это место. Новая задача. Чтобы продолжить, уничтожьте противника. Без проблем. Это будет примитивно. Нужно на траву, главное, попасть. Ладно, сделаем так. А мне все равно внутрь придется заходить. Что я тебе припас. Пока всех не перебью, не остановлюсь. Да. Готово. Главное, что я успел вырубить ихнюю вот эту вспомогалку. Тут, в принципе, одна миссия. Чем бы ее сразу не выполнить? Считайте, мы выполним все миссии с вами. Путь хищника. Игры съели какие-то ученые. Это очень плохо. Ученых есть нельзя. Убейте тигров за то, что они тигры. А я тигров еще не убивал. Бла-бла-бла, убей.
убить, бла-бла. Непослушные тигры. Они как раз недалеко. Блин, жалко, что я не могу себя ремонтировать и бежать в одно время. Бла-бла-бла-бла. Снайперка. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Зараза. Еще тигры. Послушный тигр. Пойди, все. Мы с вами убили всех тигров. Эх. Так, ладно, у нас здесь миссия, да? Здесь миссия, поэтому погнали сюда. Я сохранюсь, восстановлю ХП, докуплю то, что не докупил. Боеприпасы, купить, оружие, облегченный ствол, купить. Так, GM поставить вместо первого. Так, новое. Ну, дробовики я вообще не использую. Полуавтомат. Нужен ли он мне? Нет, не нужен. Короче, как-то так. База данных. Я что, тигра убивал? Что, серьезно? Основные предметы. Те животные, да, я убивал тигра. Блин, а что мне остается с ТП? Статистика. Миссий осталось 3. Пас все захвачены. Навыки получены не все. Путь хищника все. Все. Оружие я получил еще не все. Приспособления. Не все найдены. Транспортный средств еще один. Телевизоров до хера. Карлайн. Нормально, нормально. Животных. Еще 2 животных. А кого не убивал? Козла я не убивал. И я еще не убивал, кажется. Ну, вот это ската наземного. Только я не знаю, как его убить. Потому что я не знаю, где его найти. Вот такая вот проблемка. А, не суть. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.